Всем привет, с вами снова Юлия Довольская. Сегодня я вам покажу, как проходит утро моего буднего дня. Мое утро не всегда начинается с улыбки, так как меня будет будильник, но открыв окно, я чувствую себя гораздо лучше. Мое утро начинается с душа, но я вам этого не покажу. Затем следует моя любимая часть утра, это завтрак. С утра я люблю кофе с молоком, и если у меня есть время, то я готовлю себе овсянку с фруктами. Да, я, как и многие, не завтракаю без телефона в руках, потому что люблю обновить все свои соцсети. Теперь настало время макияжа. Я люблю натуральный макияж, особенно если это макияж на учебу. Если хотите полную версию моего макияжа, то ставьте палец вверх, и я сниму отдельное видео. Сейчас я вам покажу вариант простой прически на каждый день, которая занимает буквально 3 минуты. Нужно завязать волосы в хвостик, разделить их на несколько частей. Я разделяю на 2, но вы можете и на больше. А теперь просто накручивайте волосы на плойку, держите секунд 10, затем не спешите отпускать.
теперь настало время обновить свой лук. В последнее время я очень полюбила вещи из шелка. Но у меня утром нет много времени на глажку. Я открыла для себя ручной отпариватель от Philips, который меня выручает. Он отлично справляется с такими тканями, как шифон, шелк, синтетика. Отпаривать одежду им можно как вертикально, так и горизонтально. Также горячий пар убивает почти 100% бактерий на одежде. А также помогает освежить одежду и устранить неприятные запахи. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить пальчики вверх и до скорых встреч. Всем пока, с вами была Юлия Добровская.